Сейчас я покажу вот эту игру, как она выглядит на Pauki DX55. В принципе, в разрешении 2 PSP. Она причем нормально идет. Вот такие настройки графики. Это тем, кому придет X55 сейчас, чтобы посмотреть, какую графику выставлять. Это более-менее нормальная графика. Более-менее нормальное, скажем так, разрешение и параметры графики. В принципе, очень хорошая графика получается по качеству. X3 она уже подлагивает. Вот здесь можно видеть проценты. 30 кадров в секунду, 100% скорость игры. Вот чуть-чуть лаги есть небольшие, конечно. Кстати, это не самая простая игра для PSP, в принципе, для эмуляции. Вполне себе так идет нормально. Но вот сейчас будет станция. Сейчас можно посмотреть, когда мы пошли подгрузки, подлагивали небольшие. Кадра. Ну вот, опять 30 нормально. Но оно как бы на станциях подвисает чуть-чуть. В общем, так вот оно идет. Ну и с новой прошивки, конечно. Вот я сейчас прошился. В принципе, тут чуть-чуть меню поменяли они. Вот, снизу кнопочки добавили. Музыкальный плеер появился. Ну вот так вот это все выглядит. Еще раз повторюсь, что после покупки, когда она приходит, она вообще голая приходит. То есть этого всего нет, это надо все самому ставить.